по результатам периода с 2016 года по настоящее время, то есть по сегодняшний день, у нас количество граждан, зарегистрировавшихся официально на сайте, которые изъявили желание, либо прошли соответствующие тесты испытаний, более 33 тысяч человек. Количество людей, которые уже успешно выполнили все тесты, опять же, я говорю здесь немножко поправочка, за текущий год, 17-й, это более 3 тысяч человек, которые у нас имеют на сегодняшний день знак того или иного достоинства. И если мы говорим в процентном соотношении, то это более 33% от числа приступивших к выполнению. Это вот основные цифры, которые мы на сегодняшний день можем озвучить. Также напомню, что в соответствии со стратегией развития, федеральной стратегией развития физкультуры и спорта, до конца 2020 года этот показатель должен достигнуть, быть субъектами 40%. То есть, в принципе, в плановом режиме мы подходим к этому показателю, и ну, я более чем уверен, что мы его успешно выполним. Почему? Потому что на сегодняшний день есть у населения интерес. На сегодняшний день у нас реально функционирует в полном объеме, имеет свое расписание, свою материально-техническую базу, то есть весь инвентарь для того, чтобы человек дать возможность жителю при обращении, то есть получить максимальную перечень данной услуги. Это у нас традиционно сибирский нефтяник, который в городке Водников расположен по адресу Мира, проспект Мира, 13. Это у нас центр олимпийской подготовки «Авангард», который расположен по адресу 25 октября, по-моему, 4. Далее, третий адрес – это у нас наш федеральный профильный вуз, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта Масленникова, 144. И четвертый адрес – это у нас также физкультурно-спортивный комплекс «Юность», который расположен по адресу Богдана Хмельницкого, 223. Вот, то есть вот на сегодняшний день официальных, которые имеют полное полномочие и право работать с населением, то есть есть специалисты, инвентарь, оборудование, повторюсь, да, база, доступ к электронной базе для того, чтобы можно полученные результаты оперативно направить, вот, и чтобы человек действительно безошибочно получил через определенное время знак того или иного достоинства. В планах, конечно же, у нас эту сеть развивать, потому что у нас существует еще большее количество объектов спорта, которые могут, учитывая свою материально-техническую базу, могут быть центром тестирования.